У меня полно пятерок, но сейчас затмение. Написать минут за 40 нужно сочинение. Вроде бы совсем не сложно, тема-то свободная. Написать про зиму можно, что она холодная, что катаемся на санках, что в лицо нам ветер, что Гаврилова Оксанка портит все на свете. Стоп! Гораздо интересней, как в лесу на даче мы у костра орали песни, по утрам рыбачили, ели сырники в сметане, маковые сушки, как в подарок я Оксане собирал ракушки. Стоп! Да ну ее, Оксану, тоже мне жар птица. Напишу, кем в жизни стану, надо торопиться. Может, стать мне капитаном? Уплыву в Америку от Гавриловой Оксаны, пусть впадет в истерику. Дзынь, судьба ко мне жестока, нету сочинения. Не успел к концу урока завершить творение. Все заволокло туманом, странным представляется, а Гаврилова Оксана только ухмыляется.